Приветствую всех. Всех женщин хочу поздравить с наступающим 8 марта. Любви вам большой, здоровья, женского счастья. Пусть рядом всегда с вами будут находиться люди, которые вам родные, близки, и любимый человек, который будет вас окутывать теплом, заботой, любовью и приносить вам радость. В этом видео, как я и обещала, мы будем разыгрывать приз, а именно вот такую вот замечательную картину, называется «Счастье по мотивам Гапчинской», и вкусную коробку конфет к этой картине прилагается. Условия части лотереи я выставляла везде, где могла, и в Фейсбуке, в Одноклассниках, в ВК, в Ютубе и в Инстаграме. Так что у всех была возможность поучаствовать в этой лотерее. Итак, дорогие друзья, вот у нас есть список участников лотереи. Выкуплено 74 билетика. И с помощью генератора случайных чисел мы узнаем счастливчика, победителя, кто выиграет этот замечательный приз. Итак, перехожу на сайт генератора случайных чисел. Выбираю диапазон от 1 до 74, где там, и нажимаю «Сгенерировать числа», и выпало число 11. Смотрим, переходим и смотрим, кто стал победителем. 1, 5, 6, 10, 11, 15. Дедухте, вроде бы, если я не ошибаюсь, Татьяна. Дедух Татьяна стала обладателем выигрышного билета номер 11. Татьяна, поздравляю вас с этой победой. Пусть эта маленькая победа станет началом множества великих побед впереди. Я очень всем благодарна, кто принимал участие в этой лотерее. Спасибо вам огромное. Не отчаивайтесь от того, что вы не выиграли, но очень хотели эту картину. И у меня есть для вас приятный сюрприз, то, что эти картины вы можете приобрести по хорошей скидке. То есть для участников моих лотерей будет действовать очень хорошая скидка, 25%. То есть если картина стоит 1000 гривен, то вы можете на правах участников лотереи приобрести за 750 гривен картину. Так что у вас есть возможность по хорошей скидке приобрести любую работу, которая вам понравилась, либо под заказ. Также, забегая наперед, хочу обрадовать подписчиков своего канала. У меня на канале скоро будет 6000 подписчиков, и в связи с этим я хочу провести конкурс. Конкурс на лучший комментарий. Условия участия в конкурсе я уже расскажу в видео, где вы сможете принять тоже в нем участие и попытать там свою удачу и стать победителем приза. А приз будет одна, естественно, из моих картин, так как я художник, и призы у меня такие, это мои картины. Возможно, в дальнейшем это будут поделки. Ну, вроде бы все рассказала. Итак, еще раз поздравляю победителя, Дедух Татьяну. Я благодарю всех, кто принимал участие, и напоминаю, что у вас есть возможность приобрести картину по очень хорошей скидке и поучаствовать еще в конкурсе, который будет проводиться среди моих подписчиков на YouTube, где вы можете оставить очень хороший комментарий, и самый лучший комментарий станет победным. Вот даже чуть-чуть условия уже вам рассказала. Ну, в общем, друзья, всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо, что вы со мной, что вы меня поддерживаете. Еще раз женщин поздравляю с 8 марта. Любите и будьте любимы. Радости, тепла, удачи и до новых встреч. Пока-пока.